это все веду, как бы вернусь к теме, хочу сказать, уважаемые друзья, в тот момент, когда у вас появляется чувство, прекрасные, знайте, это сами ангелы и высшие существа в этот момент помогают вам. И знаете, в тот момент, когда появляется деструктивное состояние, и вы гавкаете как собаки, ненавидите, и что-то вас чрезвычайно мучает, можете на 100% знать, что это, скорее всего, темные деструктивные силы заставляют вас страдать. Именно таким образом это все устроено. Поэтому контролируйте обязательно. Доброе не контролируйте, оно возникает само по себе. Наши души чисты. А злое контролируйте, не позволяйте. И в тот момент, когда появляется что-то такое, произносите тому, что у вас появляется, говорите, я игнорирую это, мне это не нужно, это не мое, я не хочу, чтобы это со мной происходило, пусть этого не будет. Я даже написал, откройте для себя мир следующей формы. Эмоции — это ступень. Эмоции, как правило, вообще не принадлежат человеку и не принадлежат вам. Негативные эмоции есть управление человеком деструктивными силами. Поэтому, когда у вас возникают эмоции негативные, то один из путей духовного роста и перехода на новый уровень — это контроль осознания деструктивного проявления и понимание того, что это 100% не вы. И найти себя — это значит найти возможность игнорировать проявление деструктивных эмоций. Любые деструктивные эмоции есть искреннее и мощное проявление на человека вот таких деструктивных и негативных сил. Поэтому всегда это помните и особенно обращайте на это внимание, мои золотые друзья.